В ресторане Габрово новинка сезона. На летней террасе вам предложат мясо, приготовленное на вулканическом камне. Оригинальные блюда из рыбы, мяса, овощей, фруктов и ягод посетители ресторана при желании могут приготовить самостоятельно на специальных разогретых до 400 градусов вулканических камнях Stone Grill. Этой технологией уже более десятка лет успехом пользуются страны Европы и Азии. В Беларуси всего несколько мест, где предлагают подобную услугу. В Могилеве приготовить мясо на Стоун-гриле можно в ресторане Габрово и ресторане 101. Здесь вы сможете понаблюдать за работой повара или же сами приготовить сочное мясо и рыбу. Технологию приготовления на вулканических камнях придумали давным-давно еще. Она в Европе, в Азии, в Америке уже около 20 лет используется. К нам в Беларуси она только заглядывает, начинает. Мы первые, кто предоставляет данную услугу нашим посетителям в городе Могилеве. Мясо, как мы все знаем, можно приготовить различными способами. Варка, жарка, тушение. Причем каждый из видов готовки занимает немалое количество времени – от 20 до 45 минут. Блюда получаются действительно вкусными, однако едва ли их можно назвать низкокалорийными или безоговорочно полезными для здоровья. Блюда на гриле – это идеальный выбор для гурманов, которые следят за своим здоровьем, заботятся о качестве самого продукта, да и просто для тех, кому важна эстетика и красивая подача. При этом все продукты готовятся на камне без масла и жира, а значит остаются сочными, полезными, низкокалорийными и сохраняют все свои вкусовые качества. К тому же наблюдать за приготовлением такого блюда – одно удовольствие. В процессе приготовления шашлыков или гриля нужно постоянно отлучаться от стола, бегать туда-обратно. В результате налицо дискриминация. Кто-то отдыхает, а главный по мясу работает. Мясо на раскаленных камнях – оригинальный выход из этой ситуации, где можно его приготовить прямо сидя за столом. Раскаленный вулканический камень прекрасно запечатывает соки внутри продукта, делая блюдо очень сочным, ароматным. При этом сохраняется максимальное количество полезных веществ и витаминов. Самым популярным блюдом в нашем меню Stone Grill является топ-чойс триплоидной зерновой говядины. Говядина зернового откорма, 200 дней, Black Angus, вкусное, нежное мясо. Оставьте в прошлом обыденные обеды и ужины. Мясо, рыба, морепродукты и овощи на вулканическом камне теперь можно приготовить самому. Гостиничный комплекс «Изумруд» появился в Круглом несколько лет назад и сразу был признан белорусским Версалем, благодаря бьющим на площади фонтанам и изящной архитектуре. «Изумруд», построенный крупнейшим предприятием района, Круглянской ПМК номер 266, для отдыха и лечения зарубежных и белорусских туристов, это современный туристический комплекс, который смело составляет конкуренцию зарубежным спа-курортам. В торгово-гостиничном комплексе «Изумруд» предусмотрено все для самых взыскательных гостей. 12 номеров, каждый из которых не похож на другой и неповторим по планировке и дизайну. Провести незабываемый вечер можно в ресторане на 80 мест, либо в одном из уютных баров. Боулинг, бильярд и дискоклуб ждут всех желающих активно отдохнуть и хорошо развлечься. Изюминкой торгово-гостиничного комплекса «Изумруд» можно смело считать саун с бассейном и комнатой отдыха.
радует отдыхающих и центр здоровья. Постоянные клиенты центра уже успели на себе почувствовать эффект косметологических процедур с использованием израильских препаратов для молодости и красоты. Езжу сюда уже 2 года. Процедуры очень эффективные, качественные. У меня даже есть с чем сравнивать, то я считаю, что здесь очень профессионально. Центр здоровья – это различные виды массажа, солярий, спа-капсула, соляная пещера и множество других приятных для души и тела процедур. А собственный стоматологический центр предлагает практически все виды современных услуг по новейшим технологиям. Стоматологическое отделение ПМК-266 занимается эстетическим протезированием зубов пациентов. Мы оказываем все виды ортопедической и стоматологической помощи от самого элементарного и доступного для каждого пациента, так до самых элитного протезирования. Женщины от нас уходят фотомоделями с красивыми зубами и радуются жизни. Материалы последнего поколения, высокое качество и доступные цены делают стоматологический центр очень востребованным у туристов. Поэтому позаботиться о предварительной записи на прием к стоматологу следует заранее. К слову, даже если вы себе выбрали отдых в экотуркомплексе Николаевские пруды в 7 километрах от Круглого, стоматологический центр вас доставит трансфер. Николаевские пруды – это туристический комплекс, расположенный на берегу озера, что обеспечивает отдыхающих и отличной рыбалкой. К услугам отдыхающих – русская баня и уютные беседки для барбекю и шашлыка, оборудованный пляж, волейбольная площадка и летняя танцплощадка. Любители активного отдыха могут пострелять в тире из пневматического оружия, лука и арбалета. Можно взять на прокат катамаран или лодку, велосипед или карт. На Николаевских прудах построены современные квадро и лыжи, роллерные трассы. Николаевские пруды очень живописны. Территорию украшают вековые дубы, липовая аллея и дом-музей художника Неврева. Большинство продуктов, поступающих в ресторан, рассчитанный на 140 человек, экологически чистые, со своего подсобного хозяйства и пчелопасеки. Гости экотуркомплекса «Николаевские пруды» размещаются в 2 уютных гостиничных корпусах с 2- и 3-местными номерами или в отдельных 2- и 14-местных коттеджах. Всего «Николаевские пруды» могут вместить более 190 отдыхающих, что делает туркомплекс прекрасным местом для проведения свадеб и других торжеств. Экотуркомплекс «Николаевские пруды» и торгово-гостиничный комплекс «Изумруд» мгновенно покорят ваше сердце и заставят забыть о проблемах и заботах. Стоит провести здесь несколько дней, и вы ощутите прилив сил и энергии. Отдых в Круглом – это европейский уровень и доступные цены. Добро пожаловать!